Здравствуйте, дорогие друзья! Хотел бы вам показать вот такие кроссовки, сделать обзор на такие кроссовки. Называются Nike Air Max 90. Такие светлые, яркие, удобные, мягкие. Вот. Покупал я их, я живу в Швеции, так что покупал я их в магазине, который находится в Швеции, за 600 крон. 600 крон это 69 долларов. Вот. Вот такая подошва. Вот так они выглядят. Мне очень понравились. Вот. Как только я их увидел, сразу померил, подошел мой размер. Размер как раз на меня. Вот. И я купил их. Так они выглядят. Очень удобные, легкие и немного такие высокие. Вот. Так что я низкий ростом. Так что я, когда одеваю эти кроссовки, стою выше чуть-чуть. Вот. Такие, ну, красивые вот так еще выглядят, вот так они здесь так выглядят, тут так и сбоку тоже вот так, ну как-то так. Мне очень нравится, я советую, кто любитель Nike, советую купить эти кроссовки, такие кроссовки, не именно такой цвет, но вот именно такую модель Nike Air Max 90. Вот они у меня уже на ногах. Вот так они выглядят на ногах. С такой стороны, с такого ракурса. Вот еще сбоку. Вот так еще сзади. Вот так. Еще с другой стороны. Вот, очень удобные такие, мягкие. Я всем советую, кто любитель Nike. Вот. Ну, такие классные. Классные кроссовки. Кроссы. Такие стильные даже. Неплохие, красивые.